Нет, вот просто, так, ну, ребята, нет, все серьезно. Не, ну мы сейчас не играем. Надо сделать, видимо. Не первое впечатление, я раньше играл, поэтому не так страшно, как и некоторым девочкам, наверное. Они больше волнуются, чем я. Сейчас посмотрим. Ну, они с профессиональным оружием, а мы всего лишь с пуковки. Так что мы идем как на 42-м с непонятным оружием на немцев. Ну, ничего. Воевать так воевать. Эй, мы начинаем... Это первый день съемочный, легендарной передачи, шоу, программы, интервью, экстрим. Вот. Вот Петруччо студио и студия Пса, которой нету футболок еще своих. Я тебе лично подарю футболку Пса. Вот все. Я как производитель футболок Пса. Это документально засвидетельствовано. Как производитель футболок Пса Про. Да. Вот, у нас вот там ходит первый участник Аслан Махов. Вот. Которого сейчас будет. Второй участник Александр Гум тоже за ним ходит, присматривается. Третий участник Яна Лосенко присматривается за Александром. Она уже сбегает. Вот. И вот Сулим Кудусов. А это чеченец, который ничего не боится. Чеченец, да, никто ничего не боится. Он будет без экипировки, без маски снимать непосредственно летящие в него снаряды. Всем спасибо. Уже бояться мне. Стоило только прийти, уже бояться. Ну ничего. Сейчас покажем. Что мы не только микрофон умеем держать. Вылитый охотник. Шуру, правда, будь здоров. Обстреливает Александра Гума. Я ему обещал, что ему будет больно. Ой, слов нет. Прости, а? Она хочет, чтобы закрыто. Понимаешь? Она тёмная. Без декольте. Без. Открыто, но здесь закрыто. Все можно открыть. Чтобы всё... Я говорю, я без спортунов, а не по мне шмаляют, прикинь. Сюда. Пацанам понравилось. Пушечное мясо. Всем привет. Покажите травму. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную снимаем передачу. Все. Что хочу сказать, посмотрите вот сюда сначала. Да, вот. Короче, столько адреналина, столько эмоций. Всем советую приходить в такие базы, где есть пинтбол, и оторваться по полной. Есть. Сталкер, респект.
устали очень сильно. Сейчас полчаса хотели. Мы пришли бы по дороге минут 35, а минут 20. А, ну понятно. Через час. Сейчас вернули? Давайте, девочки. Так, никуда. Сюда иди. Это просто невозможно. Вчера обстреляли, сегодня с высоты хотят бросить. Вообще никак ни совести у 9-го канала нет. Андрей, ребенок. Мы находимся сейчас на восхождении горы Эльбрус. А ты там сиди. Сейчас я не знаю, что появится здесь. Перекрасят. Но там на самом деле есть сама вершина горы. Наверху есть жизнь. Вот она. Привет.
Как у тебя дела? Да, вроде ничего. Что делаешь? Да, я так, жду ремарк. Что там забыл? Я на работу. Что-то стремление. Стремлюсь. Стремление. Скалолазание. Нормально, все хорошо. Ручки дрожат. Я пытаюсь настроить себя на это невероятное восхождение. Я съел 2 куска пиццы. Я где-то уже понимаю, что я совершил ошибку. Руки, наверное, дня 2 точно будут трястись, потому что ни ноги, не знаю, ничего другое не болит, кроме как руки. Это просто... Это круто! Это очень круто! Всем советую! Вертикально вставляем весло перед собой в воду. Верхняя толкает, нижняя тянет до корпуса. Это грибок вперед. Все попробовали, я посмотрю. Что верхняя? Верхняя толкает, нижняя тянет до корпуса. Перед собой взяли и тянем к себе.
Весло вдоль борта практически вертикально работает. Я не поняла. Еще раз показываю, смотрите. Вот, ровно вставили весло. Вот ставили. Вот так? Вот так, да. И тянете к себе водичку. До корпуса, дальше не надо. Все, подписываем. Что, какой-то инструктаж, который нам еще не в жизни не сказали. Специально это делаем. Это завещание. Мы прочитали, может, там отдаем свои авторские, да, права на нас. Ладно, записи. Права. Только тебя не слышно будет? Наша задача внимательно услышать команду весового борта и отработать вперед и назад. Ясно? Ага. Не удивляемся, если где-то лодка будет идти боком, задом, вверх ногами. Все бывает. Смотрите, ваша задача внимательно слушать команду инструктора, который будет позади вас. Как ощущение, что подписала? Не знаю, что подписала, но говорят, жить будем. Давай, танец кулочки, давай. Мы тебя лучше всех. Чего буду? Наоборот, там холодно. Его ниже надо спуститься, он поставил ее не очень. Эй, чувак, он носит хорошо. Его надо попробовать. Привет. Привет. Мое сердце, шкода на сердце замело. Вот такие вот у нас движения. Столько проделанного, да, пути, оказывается, все зря. Пошел. Едем. Давай, братишка. Шкоду. Дави на газ. Мой обед нарушили, здесь просто проезжали. Мне пришлось идти. Так поела нормально, спасибо.
съемочки экстремального шоу превратились в экстремальную поездку на площадку. Дядя Вася или дядя Петя? Очень добрый угощает нас орешками. Вот нас снимает на камеру. Махайте, зрители! С этими мы питались 9 дней и хлебом. Ну не рассказывай вообще. Не было ничего. Thank you.
сейчас мы сбагрим и остальных. Ну, это тяжело, тяжелое испытание для наших героев, поэтому он в таком состоянии сейчас пребывает, но ничего. Звук заходит через рот. Скажи что-нибудь про экстрим, Артур. Сейчас у нас получается, что поездки экстремальнее, чем сами передачи. Меняем колесо на трассе. В Амске ущелье. И в какое там ущелье едем? Эти домкраты я вообще не понимаю. Понятные домкраты. Зеркала нет, колеса. Очень экстремально. Экстрем! Двигаемся. Мы не сдаемся. Я уже думаю, несколько DVD выпустили. Желтоколесая машина уезжала за горизонт.